Всем привет! Сегодня с вами снова Марина Петрушенко, и мы приготовим цветную капусту с грибами. Для приготовления нам потребуется 100 грамм лука, 100 грамм моркови, 400 грамм шампиньонов, 1 вилок цветной капусты, это 900 грамм, 40 грамм сливочного масла, пол чайной ложки смеси перцев или черный молотый перец, 3 чайные ложки соли, литр воды и 2 столовые ложки подсолнечного масла. В чашу мультиварки наливаем воду, добавляем 2 чайные ложки соли, закрываем крышку мультиварки. Готовить буду в мультиварке Red 800, выбираем режим пар 5 минут. Отсчет времени начнется с момента закипания воды. Как только начался обратный отсчет времени, то есть вода забурлила, отправляем цветную капусту и закрываем крышку. Варим до звукового сигнала. Время истекло, капусту достаем, воду сливаем. В чашу мультиварки наливаем масло, выбираем режим жарко, ждем 2 минуты, чтобы масло нагрелось. В разогретое масло отправляем обжариваться лук, морковь и грибы. Обжариваем все вместе. Через 5 минут добавляем чайную ложку соли без горки или соль по вкусу, смесь перцев или ваши любимые специи. Все хорошо перемешиваем. Добавляем капусту. Кстати, если вы будете использовать замороженную капусту, то этап с отвариванием можно пропустить, то есть сразу добавлять уже замороженную капусту. Капусту необходимо хорошо перемешать, добавить сливочное масло. За 3 минуты до окончания программы жарка закрываем крышку мультиварки. Оставляем жариться при закрытой крышке еще 3 минуты. Время истекло, блюдо полностью готово. При подаче на стол я блюдо украсила свежей зеленью петрушки, она добавит аромат блюду. Само блюдо получается сытным и очень вкусным, несмотря на то, что это только овощное блюдо. Грибы добавляют сытость. Огромное всем спасибо за лайки и комментарии. Подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о новых рецептах. Всем приятного аппетита и до новых встреч!